Рано утром Алла Скригановская, как обычно, пришла в церковь, открыла дверь и онемела. Картина подвергла женщину в шок. 8:25 открываю церковь, а там такая, я не могу даже объяснить, все побито, все разбито. Уже спустя минуты после звонка в дежурную часть на месте работала оперативная группа Следственного комитета. Прилегающая территория была оцеплена. Судя по всему, злоумышленники или злоумышленник проник в церковь через окно. К слову, всю ночь в городе шел дождь, поэтому следов не обнаружено. В результате уничтожено практически все находящееся в церкви имущество. Иконы, кресты, алтарь. То, что произошло сегодня в храме преподобного Сергия Радонежского, еще и еще раз нам свидетельствует о агрессивности некоторых настроенных людей против православия. Те пентаграммы, то страшное поругание над святыми дарами, над святынями, над престолом. Мое как епископское мнение говорит, что человек знал, что он делает. Он умышленно делал. Сегодня же ночью был осквернен и Свято-Михайловский кафедральный собор. На стенах храма неизвестные выцарапали сатанинскую символику. Три шестерки – это сатанинский знак. Вот, пентаграмма, которая здесь находится. Вот. Ну, видно, люди сделали, те, которые не понимают христианства, не понимают веры. Районным отделом Следственного комитета по фактам возбуждено уголовное дело. О каких-то конкретных результатах расследования говорить еще рано. В настоящее время рассматривается такая основная версия, что оба деяния совершены одним и тем же лицом, либо одними и теми же лицами. Такой вывод мы делаем на основании тех надписей, тех циничных вот изображений, которые произведены, в том числе пентаграмма, которая схожа. Следственные действия будут продолжены. Правоохранители разыскивают вероятных очевидцев происшествия. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».